Ростове произошла авария, достойная голливудских блокбастеров. Две машины столкнулись на перекрестке. Видимо, удар пришелся аккурат по бензобаку. Машина вспыхнула сию же секунду. Горит. Только пустовой проехал. Вот это да. Он горит прямо там. Бак въехал. Муж кричит, машина горит. Он говорит, вон, смотри, чернота. И вот чернота, вот здесь вот огонь, то той машины даже не было видно, которая горела. Все в огне, и все горит. И это ужас какой-то. Приехал пожарная, было много огня. Пожарчик огня. Было очень страшно, потому что пострадавшие все-таки люди погибают. Пожар был локализован вовремя. Пострадавших в данном дорожно-транспортном происшествии не оказалось. На виновного водителя был составлен административный протокол.